Ну, во-первых, как большой вы уже заметили интересного? Ну, там много расширенных данных. Порівняно с той книгой, что я вам. Ну да, то есть вначале здесь как эпиграф небольшой привожу текст из начала заката. Ну, первые две строки на старом, на чуть более новом. Но здесь истоки славян ариев тоже написал в соответствии с тем, как оно писалось в древности. Видите титла? Mm-hmm. То есть титлы указывают на то, что хоть выглядит и в виде славян вот это слово, но оно не звучит как славяне. Ще буква зверху. Да. А ось тут це ж... Читайте, там он описан. Це не... Не сепмары, не? Совсем не сепмары. Сепы, они писались перед словами. Так. А это титла, это все титла. Титла. Ну и дальше, то есть непосредственно рассмотрение вопроса. Ну, допустим, вот само слово «истина». Помните, мы как-то разбирали, что вот вы гиперборею на шее не носите, да? Помните? Гиперборею на шее, знак «раты». Да. Помните, какие еще значения «рата» есть смысл? Крест праве. Нет, я не говорю, какие у знака «рата» есть названия, а какие у... слово «рата» есть смысл? Ну, «рата» — это то, что «ура». Ще... Или засматриваете, чтобы прочитать здесь? Нет, тут не бачу все время. Вот снова, вот мышление. Вот вы говорите, надо развивать память и все такое. Но вот сейчас достаточно неоптимизированный процесс получается. Получается, вместо того, чтобы вспомнить, ваше зрение отвлечено сюда, там мысли туда, то сюда, и в результате никуда. Память так мы и не сделаем. Вы понимаете? Память мы сделаем только когда четко и ясно, что вот рата, значит все, больше ничего нет, только рата. Где встречается, как это вот, что вы с этим связано, помните, как слово рата можно разобрать и так дальше. Ну, я так, в принципе... Ніколи так чітко не займалась нічим. Мене все якось... Ні, ну ми ж вже про це говорили, що да, ви не займались, да, не то, да, не це. Ну надо, надо, вот, ну надо. Ну що ж, і насчет дітства, і насчет того, я це прекрасно пам'ятаю, що ви розказували. Но задача в тому, щоб все то викинути і йти вперед. Ну слово «рата» состоїть із двох частей. Із яких частей? Имя Всевышнего и та. Шо? И что оно вместе значит? Та, которая находится у Ра. Прекрасно. Вот знаете. Ну так я же сказала, что это. Тихенько, может. Ну я. Ну, є в мене таке, що я не впевнено говорю інколи. Ну, на жаль. Також букви це твердо, що означає? Ну, то і є твердо. От. Таким чином рата, що означає? Ну, твердо, я... сказати. Я не знаю, як виразити. Так як угодно виражаєтесь, тільки вже виражаєтеся. Я знаю, що посвідка все. Ладно, поки не буду мучити, але потім замучую ще сильніше. Коли потім? Позже чуть-чуть. Так вот, рата означает то, что утверждено ра. И один из, наверное, самых вообще важнейших, потому что вот рата как гиперборея, это важно только, допустим, для землян и вообще ближайших каких-то планет, которые были или в политических связях, или в зависимости с землей. Mm-hmm. А слово рата где-то вообще в совершенно других частях Вселенной, может, как бы, и никто и не знает, что на Земле есть континент с таким же названием. Ну, у них, может быть, и свой есть такой же континент, такой же формы, mm-hmm. и с таким же названием, потому что, как бы,
здесь определенная идея, но слово «рата» означает закон Всевышнего. Ну, слово утвержденное «ра», получается так. Почему слово утвержденное? Слово «закон». Рата. Та ясность, которую утвердил «ра», или просто то, что утверждено «ра», и та, которая находится у «ра», то есть истина. Закон Всевышнего. А обратной противоположностью от слова «рата» что будет? В смысловом плане и отчасти в звуковом. Ну, це не означає, що навпаки треба читати. А може це означає? В смысловом і отчасти в звуковому. Противоположність поняттю «закон Всевышнього». Ну, так і хаос щось таке, чи що? Якщо є закон і... Ні, ну ми ж слово «хаос» ми взагалі не повинні сюди розбирати. Ми розбираємо слово «рата». Мы разбираем, что есть слово, которое и в смысловом плане означает нечто противоположное, и в звуковом плане имеет тоже некую противоположность. Ну, так что в звуковом плане противоположность, то навпаки читается? Может. Арат? Нет. Тора. А. Ага. Потому что нету вот этого того, что вы читаете. Вы читаете по современным буквам. Ну так, звичайно. А есть «ра» и есть «та». Два знака и все. Угу. Все остальное это кажется только людям, которые привыкли к современной буквице. Ну, если никто не... Если я не знаю, можно сказать, я ж мало знаю. Знаете. Ну, знаю, но мало знаю. Знаете. Словарь читали, буквицу читали, там это описано. Больше того, сам принцип, когда во многих словах, допустим, одна большая, другая маленькая, одна большая, другая маленькая. Это значит, что большие — это вот как раз, собственно, те знаки, которые были в древности. Ну, как бы знаки, которые обозначают те, которые были в древности. А маленькие — это как бы расширенная версия звучания этих знаков. Ну, если возьмем просто. Вот. По современному рата пишется так. Угу. По древнему достаточно было бы значка R и значка T. R чуть-чуть другое с палкой вниз. Оно... Ну вот здесь одна из там. Разновидностей. Ну вот, нет. Нет, ну это одна из более древних. По сути дела, вот. Ну, тут. Вот. Ну вот. Р и Т. Ну, вот так. Ну да, ну я же пальцами обвел уже. То есть в древности слово «рата» писали Р и Т. Конечно, вот здесь разные развернутые формы слова «рата». А я говорю, вот если как по правилам древнего письма, слогового письма, и двух буквиц «а» их просто нету. Ну, потому что... Потому что они сами уже с собой разумеются в знаке «ра» и в знаке «та». Ну, я это знаю, что с буквы «ц» читается. Поэтому обратное чтение слова «рата» никак не будет там чем-то таким. Вот. А, кстати, слово «атар», как некая обратная версия, оно с другой оперы, и то другое чуть-чуть вообще. А вот «тора» — это как раз обратное звучание слова «рата». И, во-первых, означает закон уже не Всевышнего, а закон Иеговы. А чему там, вот рата там, ну так, шо? Считается не бы две буквы «а», а там «о», «тора». Снова возвращаемся к идее «рута», если консонантное письмо. «Рута» и все. И читаем его как «рета», «рита», там, и как угодно. Хочем, так читаем. Так? Кстати, имя «рита» — это тоже как бы «рата». Только другие лингвистические законы сработали. Ритм — это тоже как бы сила раты, дословно. Mm-hmm. Ритуал — то есть тоже то, что собирает все законные силы. Потому что вот это латинские корни все. У них рата превратилась в ритм. У евреев рата превратилась в Тору. Ихний закон. Ну да. Потому что снова вот я прошу вот именно понять принцип. Ну, для того, чтобы зрозуміти принцип. И, кстати, требовать... нет, смотрите, не только у этих, не только у латинян, еще у Хиневича рата превратилась в риту. Законный рита? Ну да. Mm.
Поэтому это все вот, исходя из того, что писалось Рут, вот если вы понимаете, что это не Руты, а Рата, и даже вот Рута, это туда же все, как цветок прави. Угу. И вот София, которая взяла себе псевдоним там, ну не знаю, правда, может так удачно получилось, что и у нее от природы такая фамилия была. И Рута. А, то есть, ну, может... Она добавила так... одну букву. Вот, и добавила именно, которая как бы сопоставила ее фамилию с изначальным древним архаичным словом, записанным в генокоде просто уже всех украинцев. То есть тоже их кто-то грамотный посоветовал. Ну, вот, потому что выращена, да, что знает. Один куск. Я сейчас это не к тому, что она... Мне все равно, что с ней вообще на самом деле. Есть только Рата. Закон Всевышнего. Для данного вот рассмотрения, если мы сейчас говорим о слове Рата, то есть только Рата. А всего остального нет. Если будем говорить о каком-то другом слове, тоже есть только оно, и рассматриваем только его, и не распыляемся куда ни надо. Иначе не будет памяти, не будет концентрации, не будет медитации. Мне здесь что-то я запомнила уже на все жизнь. Я надеюсь. Надеюсь. И в принципе, как бы, не только вот эти простые примеры. Допустим, Рата в разных языках сохранилась в значении рихт, эдрете, рег, деретио, керт, ред, то есть ну, целый список здесь. Целый список слов, которые восходят к слову Рата. И там разбирается, как восходит, так? Что? Ну, здесь вкратце разбирается. То есть выделено несколько групп слов из разных языков. И, ну, допустим, первая группа. Здесь есть такая штука, что к слову Рата вначале прибавляется... Д, ну, слоговой знак с звучанием Д. То есть это может быть Д, это может быть До, это может быть Да. Допустим, поскольку в словацком и чешском языке слово Рата было заменено словом Право, как и во многих других славянских языках при определенных ситуациях, то вместо До Рата получилось слово До Права. Тоже в значении именно не доправление кого-то куда-то, а слово переправить, а именно в значении права. Дальше есть такая штука, что добавляется ве. Верите, там, верите, то есть, ну, по сути, истина, как это по-латински. Это тоже один из древних корней соединения, допустим, Рата с слоговым В, который у некоторых имеет форму В, в других В, в третьих В. Есть еще версия соединения Рата с слоговым Г. Ну и дальше проводится сопоставительный анализ всех этих дел. И получается, что методом сопоставительного анализа выводится следующее. Ну, фактически выводится следующее понятие, что все эти слова, которые присутствуют в европейских и не только языках, первое, деоратия, если на древнеславянском, означает просто то, что сейчас называется право. Ну, как закон. Ну, законодательно. Закон, в древнеславянском языке оно звучало как деоратия. А вот там, в современных европейских языках, оно вот имеет там звучание дрёте, деретио, там дреко, дрет, дриту, ну и список. Следующее слово ваератия означает правда. Это на каком языке? На древнеславянском. И от него тут тоже вот, ну, та же самая веритас и куча. Следующее. Гай, аэрация, благодать. И следующее древнеславянское слово, породившее тоже кучу слов.
оно сложное, потому что в нем используется, так сказать, нечитаемая буквица. Звучит приблизительно как «ра», «фэйхэрк». И, соответственно, от него производные, тоже присутствуют. Сейчас зачитаю. Ну, вот в немецком, допустим, «рек», там, ну, не знаю, правда, правильно ли я немецкие звуки воспроизвожу. Ну, вот здесь приведены, как бы, все эти варианты. «Рект», «воурект», «вахрект». Ну, это немецкие. Немцы, они часто слова, наоборот, растягивали. Я вот это заметил в немецких словах, что если какие-то там, допустим, польское или белорусское слово, в нем есть какой-то мягкий знак или мягко звучащий звук, то в немецком там будет несколько гласных. То есть они добавляли сначала редуцированные, сначала добавляли полукратные, а потом сделали их полноценными, и так немецкий язык стал великим и могучим. Ну вот здесь приводится ряд изображений Рады с разных археологических источников. Вот это в Керчи нашли статую, вот это древнескифская бляшка, вот это в Анатолии находится, в Турции современной, скифские предметы. Это золотивые. Да, да, они и есть золотые. И вот здесь в основании это львовские звонки такие дверные. Знаете, что в древности там, чтобы не было когда кнопки, была такая железяка. Ее привинчивали к двери, отводили и ударяли по двери. Да. Ну, можно их назвать не звонки, а стучалки. Вот как бы в их основании изображена Матерь Слава. Как видим, такие же сполохи. Вообще, в две стороны расходящиеся вот эти сполохи, это Яви-Нави. А внизу, как бы, из ее лона выходящий свет, это рождение нового солнца. Вот это видно здесь, 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 здесь и здесь. В две стороны расходятся сполохи. Угу. В руках он тримает, так? Нет. Сюда, ну здесь да, здесь да. Но здесь как бы это ее ноги превращаются. Угу. Вот как бы ее ноги. Ось и вот это ее ноги. Вот ее ноги. А здесь ее ноги изображены нормально, это как бы ее юбка расходится. Угу. И тут так само. А здесь как бы и ноги, и еще одни ноги. А ноги тут есть. Да. Ну, все это закінчення якихось змей. Ну, змійного богиня, ее Геродот, угу, так называет. Ну, Геродот как бы. Это Геродот. Он, допустим, писал, что в Скифе одноглазые водятся, угу, целое племя одноглазых. И белый пух. Конечно. Полгода метет белый пух с небес. А как вы думали? Вот это этот самый Львовский этнографический, угу, музей Стула. Вот здесь сверху сварок. Здесь явь и навь по обе стороны. И внизу Матерь Слава. Вот увеличение. А вот здесь чаша жизни. Вот она. Видите, над Матерью Славы. Угу. А вот это детский наш, дорогой, краеведческий. Изображение рода Всевышнего, изображение Матери Славы. Ну, мені деякі ці зображення такі... Ну, я розумію, що зобразити так... Ось, допустим, тут, так тут якось по-інакшому. А в деяких такі, ну, вони не дуже, ну, приємні мій на вигляд. Это символ. Ну, так, я розумію, що... Соответственно, это к чему я вообще привожу? Это к тому, что изображение Рады повсеместно встречается на нашей территории. И оно встречается вот как от древней Скифии, так и вот до буквально Одессы и Львова недавних времен. И это я привожу как параллельную ветвь, потому что есть слово «рата». И вот, допустим, шумеры обозначали, что есть страна, которая называется Рата. И там почитают Великую Матерь. Ну, вообще, сейчас я зачитаю, в частности, что шумеры говорили про страну Рата. Рата упоминается в списке царей Шумера и других исторических и религиозных текстах Шумера. В шумерской литературе Рата описывается как сказочно богатое место, где много золота, серебра и других ценных материалов, а также много ремесленников, умеющих их обрабатывать. Есть такое у нас на Украине? Точно? Где месторождение золота?
Месторождение золота. Я знаю, где янтарь купать. Золото я не пам'ятаю. Савранский район Одесской области. Мне, честно сказать, я не знала. Самое священное золото на земле. Потому что украинское. Но его никто не копал. Ну что, не знают? Нет, ну нет, это официально известно, что оно там есть, как бы. Потихоньку там не копали? Я не знаю, может быть, просто нечистым силам, которым обычное золото там нравится, а от этого, на это у них аллергия там или что, я не знаю. Я честно, вообще, даже у меня теории нет, я не буду их строить. Я знаю то, что есть. То есть вот, на Украине реально месторождение золота есть, серебра есть. А серебро, да? Серебра в Карпатах. Дальше, ремесленники, умеющие обрабатывать, есть или нет? Місцями, мабуть, є. Як місцями? Не місцями. Митродата, ви знову не хочете мислити послідовно. Я задала вашу... Я вам показувала зображення матері Слави. Скіфські золоті. Ви ще спросили, золото, золото. Але ж то було давно. Ну, правильно. А шумерський список царей написан вчора? Коли жили шумери? Дуже давно. А, хорошо, що тут нема чим застрелитися. Шумеры жили, где хотя бы, помните? Ну, может, его недалеко от Ирана. В Ираке. А Ирак же находится недалеко от Ирана. Недалеко. Ну, я так проблема вгадала. Так вот, сказать. Они жили с 7 где-то до 4 тысяч лет назад. Ну, можно сказать, с 7 до 5, там, или даже с 8 до 5. Ну, какие-то их осколки, останки в виде Вавилонского, Ассирийского царств, они и позже, и 3000 лет назад были, поэтому вот как-то так. То есть, это как раз список царей, он как раз современник вот этого прекрасного золотого колчана, запорожский, краеведческий музей. Это на Украине найдено, раз Запорожье, оно так? Да, Запорожье всегда было на Украине. Ну, раз там знаходиться ця річ, то це не українська, а не якась. А якась не якась? Ну, можливо, в інших музеях, там за кордоном десь. Та яка різниця? В музеях везде завжди підписують, де знайдено. Навіть якщо це хранилось би во Франції, навіть якщо це хранилось би в Китаї, або якщо б це хранили папуаси там в Австралії, якщо це знайдено на Україні, буде табличка «Найдено на Україні». У нас в Одесском археологическом есть эти самые мумии скифские, эти египетские. Какой-нибудь фараон у нас там валяется и никому не нужный. А еще хиба мумии работают только из фараонов? Ну, такую, вероятнее всего, там саркофаг хороший такой, то есть, скорее всего. Да один кусь этих фараонов в Египте куча было, надо делиться. И мумии полностью поделилась. Да. Так это не значит, что это в Одессе найдено. Я хочу, чтобы вы помыслили качественно. Смотрите, вот у нас есть предметы. Этот найден на Украине, это скифский колчан. Я же как бы перед этим сказал, вот прекрасный золотой скифский колчан. Да, в Запорожье, все, неважно, но это скифский. Скифы когда жили? Я не знаю, 7000 лет назад. Трипольская культура когда была? Ну, могу еще 5000 трипольская культура была. Загибло 5000. Ну, там ще кілька тисяч років вона існувала, мабуть. Як? Де? Ну, загинула вона 5000 років назад, так? Хорошо, от, да. Після неї хто були у нас? Скіфи, мабуть. Ні, кемерійці. А, кемерійці. Після кемерійців. Що за ж голос? Терміново треба прочистити голосові зв'язки. Терміново треба, щоб ви відповідали. Після кімерійців. Ну не скіфи. Я весь час забуваю назву. Какої не скіфи, коли скіфи? Ну, хіба після кімерійців? Воістину, завжди. Ну от як ви думаєте? Я не можу зрозуміти, по якому алгоритму ви взагалі відповідаєте. Ну якщо я, то, якщо я не знаю цих... Як ви їх не знаєте? Ми це десятки разів розбирали. Это в десятки текстов написано. Ну, це написано, але ж я просто це не запам'ятала. Я слухала лекцію. Невозможно, це многократно упоминалось. Так я многократно читала і слухала. Не читала, слухала. Ну, значить, ви не вдаєтесь в це як-то. Я не знаю, але я багато раз слухала. Значить, потрібно качественно подумати. Ізначально Барата.
Бхарата с 14, Смотри, с, 14, да, с 14 до 7 тысяч лет она развивается. С 7 до 5 она дает свои расселения в разные территории и гибнет. Ну, это межбожная война. Ее останки, осколки, все, что было и есть, соединяет Кимария. Почему? Почему Кимария соединяет осколки Бхараты? Угу. Ну, потому что... вони були... Хто такі кімерійці? Смісь славян з ким-то. Зачем? Я ж вам об'яснив. Скіфи, кімерійці, сармати – це не народи. Вони ніколи не були народами і не стануть ими. Це княжеські династії. Кімерійці – це пряма династія. От кого? Хто такий Стрибок, надіюсь, ще пам'ятаєте? Угу. Бог покровитель мій. Вот, кемерийцы – это прямая его династия. Скифы – это как бы тоже я его... Я точно буду знать. Скифы – это как бы тоже его потомки. Ну, через кемерийцев, где я? Чего? Через князя Скифа. А Скиф – это сын Стрибога? Да. И дальше, когда скифская династия пала постепенно из-за браков с греческими женами, из-за, допустим, начинания употребления алкоголя и всяких других нюансов, там целый список, то есть и вырождение, и то, что сильно большая территория они не могли контролировать. Короче, скифская династия пала. После нее что было? Сармат. Да. Однако, возвращаемся сюда. Вот, есть такое название, как что? Я не бачу тут, ты можешь не закрывать, у меня близорукость. С чего я начал вообще это все? Что в каком-то шумерском тексте что-то упоминается. Ну где ваши мозги? Про что вы думаете вот сейчас? Я думаю про це. Как вы думаете? Ну, я думаю, что я не запам'ятала то. Вот, вот это нельзя думать. Нужно думать об этом, а не о том, как вы это не запомнили. Что? Ну что? Что? Снова вопрос. Хотите изучать? Хотите запоминать? Давайте запоминать. Давайте сознанием направляться куда надо. Потому что, ну иначе само оно не получится. И даже если вы зазубрите вообще вот я все знаю. Тексты, это не поможет. Ну, не вот о том, что... И даже если не забудется, даже если там будете помнить, оно все равно не поможет. Оно бессмысленно, бесполезно все будет, все, что вы запомните. Вот, допустим, мы про Гиперборею помните тогда? Для вас удивлением, что подземная города там. Угу. Хотя в тексте написано. Ну там не прямо написано. Прямо написано, что люди жили под землей. А сельскохозяйственные угодья были сверху на Гипербореи. Потому что Гиперборея маленькая, но там как бы, если все это застроить, там нечего есть станет сразу. Просто. Вообще никак. А там миллионы людей. А там научные, там другие всякие производства. А закон кармы. Кстати, вы уже новые какие-то идеи по закону кармы осмыслили? Нет. Почему? Ну не осмыслила. Ну почему? Ну, треба мені поміняти місце проживання. Да какая разница? Не поможет место проживания. Только мышление поможет. Если я каждый день вот вам буду это все повторять и говорить, мыслите, 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 вы мыслить не начнете от этого. Пока вы самостоятельно не решите, буду мыслить, и не начнете мыслить, до тех пор вы мыслить не начнете. Вот в чем вопрос. Я ж завжди думаю про те, що простіше. Вот снова, вот мы сейчас говорим о мышлении. Это тоже побочная тема, а первичная тема – это рата. И вот вы уходите туда еще куда-то, я всегда так, а вот мне надо жить тут, а вот мне надо то. Так вы никогда не будете запоминать и думать о том, чем надо, если у вас лишние мысли. Я не знаю, как организовать не лишние думки. Все выкинуть, кроме того, что нужно. Разбираем этот вопрос, только это и видим. Все остальное выкидываем. Это разобрали, осмыслили, выводы сделали, как оно со всем остальным соприкасается и работает, поняли. Берем следующее. Тоже все как бы выкидываем, только на этом сфокусируемся, только это и видим. Изучаем, поняли, сопоставили с остальным, идем дальше. Но не поможет, как бы вы там ни это так, ни так, но никак не поможет. Понимаете? Я разумею, что это не допоможет. А может, только если вы это все выкинете и вернетесь мыслями к тому, с чего мы начали. И с чего мы начали? Ну, мы разбирали кемерийцев. А перед кемерийцем?
Ну вот смотрите, вы опять, калейдоскоп... вы опять калейдоскопически мыслите. Вы говорите, что мы разбирали кемерийцев. Да не разбирал я кемерийцев, не нужны они, ну, мне вообще ни капли. Была. И фраза была, но она была не ради самой себя. Фраза была ради другой фразы. Вы меня спитали, чему кемерийцы? Ну да, это было, но это все уже вторично. А первично это как раз рата. Була бара. Правильно. А потім стала Кімерія, чи як? Так. Так. Потом? Потом скіфи. Потом? Потом сармати. Це так. Да. Но от рата, вона нікуди не дівалась. Просто от коли була барата, це, вернее, от арарата, от нова арата, которая находилась от Вислы до Дніпра, от Дністра до Прип'яті. Це от центр, ядро і серце. Во времена трипольської культури вона просто розрослась. А потом в ходе войн все эти отростки были уничтожены. И осталось только ядро. И несмотря на то, что кемерии там все вот эти возникали, а вот эта арарата, она оставалась существовать. Там да. Но она уже не была политическим центром, она была типа Ватикана. Это же маленькая территория была? Ну как маленькая? Я же снова, я же вам только что сказал. Сказал. От чего до чего и как? Это маленькая территория от Вислы до Днепра. Вот снова, вы опять, вот опять, и без этого мышления не бывает. Если как бы вы это хотите изучить, то вы должны изучать. Днепра подивиться на карте. Так хотите. От Вислы до Днепра. Так хотите. Я мала бы уявку себе. Вот так была территория. Получается, перед изучением лет еще география неплохо была бы. География точно не все, потому что... Ну, у меня тут нет таких хороших карт Европы. Да и как бы они мне тут 300 тысяч лет не нужны. Ну, тут я подавлюсь дома. Потому что, в принципе, это и так известно, и так понятно. Ну, нет, здесь на любой карте оно очень примитивно отображено. Ну, так я там не дуже и зрозумею. Мне это очень было... Ну, да. Чисто. Ну, хорошо, Висла где? Десь там. Где там? Ну, в Европе. В Британии. Что в Британии? В Португалии? Висла? Угу. Нет. А где? Это славянская речка. Где? Я не учила географию. Висла в Польше. О, бачите, я знаю, что это близко. Где Днепр? На Украине. Где Днес? Ну, Приднестровье, это тоже до Молдовы. Где Припять? Припять. Ну, это ж десь недалеко от Днепра. Какая у нас геометрическая фигура из этих речек получается? Не знаю. Прямоугольник, в принципе. Прямоугольник? Угу. Ну, чуть... И это была арата, так? Да, чуть извилистый, но около прямоугольника. Угу. Ватикан маленький, это большая, но смысл от этого не меняется. Это вот именно как раз духовный центр, вокруг которого находятся остальные государства. Итак, возвращаясь к тому, что я начал читать. Арата упоминается в списке шумерских царей и других исторических и религиозных текстах Шумера. В шумерской литературе Арата описывается как сказочно богатое место, где много золота, серебра и других ценных материалов, а также много ремесленников, умеющих их обрабатывать. Что скажете? Ну, зараз нема стільки ремесленників. Да нафиг они сейчас не нужны, мы же не за сейчас говорим. Снова мы говорим за конкретный исторический контекст времена древнего Шумера. В шумерской литературе. Сказано про Арату, что там есть пара. А было тогда там это или нет? Ну, если написано, то было. Что написано? Шумеры это написали. Мало ли, что они могли написать. Геродот писал, что грифоны у нас лазают. И целое племя одноглазых. Геродот писал, что у нас там перья сыпятся. А еще Геродот писал, что на Таманском полуострове пещерка в пекло идет. А если Геродота еще дальше почитать, то таких интересностей можно вычитать, что если представить, что это все было, то как бы это... А Сюзки же не собрал. Да один Кузька, я сейчас не хочу... Ну вот зачем вы прыгаете это самое? Давайте конкретно. Вы сами почитали про того Геродота? Нет, я просто это к тому же, к этому же, именно сюда. Ну, як вони написали, так що, не так вірити що? Цьому? Зачем не вірити? Давайте проверить. Єсть или нету? Ну, єсть.
Ну вот, ну почему тяжело сопоставить это с этим и решить, да или нет? Ну что? Ну, зря прочитать, подивиться, тоді сопоставлять. Хорошо. Вот я же эту штуку показал. Показал. Где найдено сказал? Сказал. Кому принадлежит и что это такое сказал? Колчан для стрел. Изображение Матери Славы золотые показал? Да. В других текстах еще кучу разных трезубцев, разных кучу штук, которые также принадлежат к ювелирным изделиям. Изображение рай, изображение радость, киевский звериный стиль, пектораль и куча-куча всего. Это есть? Угу. Итак, возвращаемся к вопросу. В шумерской литературе Арата описывается как сказочно богатое место, где много золота, серебра и других ценных материалов, а также много ремесленников, умеющих их обрабатывать. Ну, чему и есть подтверждение. Вот. Это уже научный подход. Дальше. Один исследователь, Коэн, еще в 1973 году отмечает следующее. Арата стала синонимом изобилия и славы. Что по этому поводу вы можете сказать? А что можно сказать? Чекаем то, что сказано. Вот взять и что-то сказать. Вот шумеры считали, что слово «арата» является синонимом понятия изобилия и славы. Ну, то есть имеется в виду даже не само слово, а государство. То есть что это государство славное, изобильное и все такое. Богато ископаемо. Итак, что можно по этому сказать? Разбираем понятие изобилия. Что можно по этому поводу сказать? Понятие изобилия в державе, когда держава богата. Какая держава богата? Арата. Есть ли доказательства, что она богата? Ну, так вот там же есть вот, всякие изделия ремесленные и так далее. А какие еще могут быть доказательства? Тут, если пишут... Какое государство долгое время называлось житницей Европы? Ну, Россия, если брать недавние часы. Житница Европы. Это у нас кто? Украина. Россия. При чем здесь Россия? Я не знаю туди. Украина, конечно же. Ну, как бы, снова, поля наши, все это, ну, как бы, как вы думаете? Все же вы это знаете, все же вы это, ну, что же. Наши поля самые большие, наш чернозем самый родючий, наш чернозем каждая падла, которая сюда лезла, хотела вывести. Кто только мог, хотел захватить. Ну, как бы, ну... Ну, вы это хотели послушать, чтобы я сказала. И, ну, как бы, если мы это обсуждаем, как бы, то мы обсуждаем. Вот, допустим, есть, ведь мы же должны проверить, а является ли упоминание о какой-то там арате в шумерских текстах, связанным с Украиной. Вот на основе своих данных я проверил, в принципе, да. Но ведь если вы просто хотите как бы это прочитать и забыть, то как бы, ладно. Если хотите изучить, давайте изучать. А для изучения нужно осмысление. А без осмысления не будет осознания. А без осознания никакое знание не имеет смысла. И духовное развитие... Ну а слово «слава» с Украиной как-то связано? С украинское слово. Да, я не об этом говорю. Арата стала синонимом изобилия и славы. Первое. Слава. Славяне. Наш народ называется славяне. Вообще изначально славяне... Это от тех, кто прославляет Всевышнего, но у греков и других понятие славяне также как бы направилось на наш народ, как на народ славных. Даже в Библии вот наши предки называются издревне славный народ. Наша река, главная Днепр, называется Славутыч. Великая богиня, Матерь Слава, изображений которой множество по нашей территории. Когда она воплощалась на земле, она слилась с горой Багит и таким путем как бы стала Украиной. И просто в связи с этим просто сказать, что слава это украинское слово, ну как бы это все очень плохо. И далеко от мышления такого, которое необходимо для развития. Ну дальше у шумеров также есть указание, что Арата находится далеко от Урука. Урук это один из шумерских городов. И в сравнении, допустим, с Египтом, с хетами и с другими государствами, с которыми общались шумеры, Украина в действительности находится дальше всех. Даже дальше Индии. Потому что там через Иран шумеры очень легко могли, или даже по морю очень легко могли в Индию отправляться. До нее трудно добраться.
у шумеров отмечается. Да, вот Шумера, это нужно плыть через Персидский залив в Красное море, из Красного в Средиземное, из Средиземное через пролив Босфор в Черное. Снова в сравнении с Египтом, в сравнении со всеми теми, кто окружает Шумер, намного труднее. К хетам они через горы могли переправиться, к евреям чуть пройти по пустыне и горам, в Индию тоже морем или вдоль берега, ну и в Египет просто через горы и через море. А тут как бы через одно море. Да. Следующее, до нее трудно добраться, это дом богини Инанны. Богиня Инанна – это шумерское имя Великой Матери, той же самой Рады. То есть, Матери Слова. Да, снова все это соответствует. Вот где-то так. Ну и дальше вот приводятся арабские источники. То есть после смерти шумерской цивилизации их данные не исчезли, а перешли к арабам, как когда-то шумеры называли нашу территорию Аррата и путешествовали сюда. Ну, потому что это наше название, так? И потом арабы тоже это все зафиксировали. И писали о том, что есть Киевская Русь, есть Новгородская Словения, и есть еще один центр, это Аррата, или как, допустим, современные историки называют это Дулебо-Волынский союз. Вот здесь приводится карта, на которой украинцы обозначены как рутены или ротаны. Снова наше название, одно из древних названий Украины – это рутения. Это европейская версия, как бы, слова ротания или та же самая рата. Вы вообще понимаете, что здесь изображено? Митродата. Не идем никуда, смотрим сюда. Что здесь изображено? Ну, тут Европа. Какие страны? Всякие европейские. Не всякие. Франция, Германия, Пруссия, Дания, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Украина. Угу. Подписано. Рутения. Ну и дальше. Ну, тут написано, что это Русины, Королевство Галиции и Лодомерии. Ну, как бы все здесь написано, что надо. В общем, это вот что касается самого названия ротания. Дальше разбирается, что кроме слова «рата», «ротания», «ротания», «барата» и так дальше, ну, производное слово «рата», были другие названия. Например, «сакурая». Например, то же самое «Украина». Разбор, как слово «Украина» написано в трезубце, в священном нашем трайсубе. Я даже не требую, чтобы вы такие тексты читали. Я просто требую, чтобы вы мыслили. А текст этот прочитать также, в принципе, если особо хорошо мыслить, можно. Я тут дивлюся, тут практично чітко відділення слів майже немає. Нету. Ну, все підряд читаєте. Да. Ну, там. Сифурає, чи армутає. Вот при изучении древних досок нужно сначала это все переписывать, потом ставить условное разделение. Потом проверять, а так ли, или не так, или как-то по-другому. Mm-hmm. И вот так с каждым словом. Mm-hmm. А потом еще так, и так. И... А так тоже читать? Конечно. Запросто. Так, 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 и так. Ну и, конечно, так. Так складно. Зато прекрасно. Будь цікаво. Кстати, вот поэтому и нет деления на слова. А, потому что подобраны образы, так, чтобы по образам можно было понять. Но если поделить по слова, то будет только отображаться такое чтение. А нужно же, чтобы еще и такое, и другое. Поэтому вот изучая образы и проводя вот здесь разные линии, косы, параллели и так дальше, можно понять, что имеется в виду. Другими путями никак. Ну и здесь дальше, собственно, приводится тилок, Велгангертфал, приводятся египетские сосуды с изображением знака ротаи, креста в круге. Mm-hmm. Ну и описывается, что задолго, вернее,
как бы, ну да, задолго до Тилака это знание, в принципе, было общеизвестным. И вот его знали египтяне. И вот некоторые проекции этого знания понесли и, соответственно, Лев Селенко и Владимир Шаян, которые брали знания у Маркиянова и Пшицкого. Ну и, собственно, конечно же, в хранилище Раяна Правеслава осталось много священных текстов. Некоторые из которых, как бы, и... Ну, а вот в текстах описано, что, значит, флотилии были в наших предках. А? Солнечный челн. Ну, это вот это изображение соответствует солнечной ладье. А остальные уже просто не солнечные, а обычные ладьи. И это все вот в Скандинавии, на скалах, то есть там множество таких изображений. То есть понятно, что там мореплаватели были качественные. И причем, если кто-то скажет, что это имеется в виду викинги, которые недавно вот были, там, 1500 лет назад, то это не так, потому что самим этим рельефом им по 5, по 6 и побольше тысяч лет. Викингов там еще как бы и близко не водилось. И никак не водилось. Вот, ну, другие тексты тоже с описанием. Другие тексты. Ведическая карта. Священная янтра с изображением жита. Описание. То есть, описание, что, допустим, в центре находилась гора Мара. Почему она называлась Мара? Помните? Да не помню, но я не помню. Не бывает такого. Почему? Мера, Мара. Ну, потому что от этой горы пошел кто? Кинец. Куда? А почему от нее пошел конец? Потому что ты... Плохо. Ты знаешь, что? Плохо. Просто ужасно. Конечно. К Кузькиной бабке его. А, Мара — это потухший вулкан. Ну так. А, то есть вследствие разных ситуаций на Земле, после ее формирования, оттуда вырывалась лава долго, на протяжении многих миллионов лет. Вырывалась лава и разливалась вокруг. Поэтому гора была очень большая. Гора была больше нынешнего Эвереста. Она не была такая широкая, но она была очень высокая. Ее наши предки...